Всем привет! Сегодня в автосалоне ТТС вашего ЖКУ проходит день открытых дверей. Мы пришли покатались на вот этом красавце, на новой Сонате. Но дальше смотрите наш тест-драйв этого прекрасного зверя по имени Забивака. Скажи класс! А ты забрал самого красивого девчонка. Это у нас тест-драйв. Нет, то сейчас. А, я к тебе приду. Ну. Завожу. Бисмиллахир рахман рахим, да? Ага. Так. Зеркалом вам все удобно, все видно? Сейчас скажу. Здесь вот у нас топовая версия получается. Панорамная крыша и люк. Это у нас топовая версия. По-моему, 100 тысяч доплата, да? За люк. Это отдельный пакет у нас, хоть так. То есть получается там у нас на диске. Панорамная крыша, то есть. Здесь объективность навигационная система, система движения климат-контроль, то есть фильтр приют сидения, сохранение двух положений получается. Угу. Вот. По акустике здесь. Да, регулировка руля по высоте по вылету тоже. Пока это что-то. Электроручник. Ага, автохол, да? Угу. Так, это у нас... Это у нас спорт режим, это спорт. То есть ага, режим вождения меняет, паркройка включается, а это кнопка? Это кнопка, так, это у нас не помню сейчас. Что-то... А, это шторки задние, да, да, да. Задние шторки. Да, кстати, да, вот в отдельном пакете, это у нас здесь тоже, то есть есть шторки. Угу. То есть, ну, это вот самая максимальная комплектация шторки. А здесь, так, здесь что такое? Если люк открыт, вам не мешает? Здесь нет, беспроводное зарядное устройство. Ага, зарядное, беспроводное, прекрасно. Угу. Так, зеркала где регулируются? Зеркала вот здесь. А, да, вот, да. Да, в принципе, нормально. О, пульс сверху, да. Давайте про двигатели рассказывайте. Так, про двигатели у нас есть 2-литровый, есть 2.4. 2.4 у нас, то есть 188 мощных сил. Угу. А, цепной здесь теперь ГРМ, то есть у него такой ремень ГРМ. Угу. А, то есть цепная ГРМ, она с недавно тоже стоит, так скажем, гарантия. Ну, если мы рассматриваем те камеры, то есть если сравниваем, так скажем, по чуть-чуть по Sonate, то есть база идет уже. То есть база здесь получается. 2.4, а 2.4 есть 2-литровый. Автомат здесь 6 штук. 6 штук. Наш такие трансформатор, да? Здесь полноценный автомат, да, то есть вариатор, робот, скажем так, как и реплики боится вариатора. Цены у нас автомат, так что все это доработано. Вот сейчас новые, вот, вот так, чуть-чуть сидим с тем, так как Сентафу, вот, который если новый выйдут, я, конечно, там не знаю, сейчас у них может автомат это будет 8-ступень, я еще не могу сказать точно. Mm-hmm. Планируется 8-ступень, да, да? Не знаю, вот, выйдет, не выйдет, но Киев, вот, Соната, вот, пока 6-ступень, это у нас Соната уже, ну, сейчас это уже i40 нету. Да. Да. Я вот, честно говоря, не мог для себя выяснить, в чем разница между Sonata и i40. Нет, для меня они очень похожи были. Нет, они совсем не похожи. Это, ну, вот расскажи. В базе, если даже так посмотреть, то есть i40, если даже так внешне посмотреть, она как бы, можно сказать, она уже хуже, да? Комфорту она отличается, даже сама отличается по комфорту, чем Камри, даже можно сказать. Так. Ну, машина Sonata, она сама, конечно, 2.4, 186, то есть передний привод, ну, нельзя сказать то, что она прям очень сильно шустрая, но машина просто тяжелая.
Но если его разогнать, то да, конечно. Mm-hmm. И я имею в виду, смысл. Куда мы едем? Нет, направо, ага. Страшно. Так. Про коробку сказали, про усилитель рубля. Да, или трусильцев рубля. Или трусильцев рубля. Настоящий. Или трусильцев рубля. То есть, уже 40 км в час, когда мы сопадаемся, если трусильцев, то есть получается. Вот я заметил, что 60 км мы набрали, и он уже такой туговатый, ну не туговатый стал, но информативный стал. Да. А в управлении? Хотя вот, на, можно сказать, до парковки, может, практически пустой. В управлении, чем то здесь хорошо, то есть его там по трассе его подруливать там не надо. Ну, то есть она едет уверенно. Да. Вот сейчас здесь ямочки будут такие. Заодно под кромкой, да, подвеску, да, действия. Как закрыть? Да. Пропано? Прохладно. Шумы какие-то вечные. В машине, кстати, шумоизоляция очень хорошая. В базе получается 17 идут, да? Угу. Ну это вот стоимость в 100 тысячных пакетов входит, да, 18 низкопрофильных резин. Да, панорамная крыша. Панорамная крыша, полноразмерный запас, когда мы видим. Да, полноразмерный запас, кстати. Полноразмерный запас, конечно, хороший. Опять же, ну, в цели безопасности. Она тестовая, у них расход, как бы скажем, не точно. Здесь люди-то во всех режимах экспериментируют, и особо не прогревается. 2,4 по городу, если так, ну, в смешанном цикле, если взять, расход где-то будет 11 литров, наверное. Ну, где-то, может, пускай будет даже 12. Ну, вот только ход действия, да, я педаль с тормоза убрал, стоит машина. Да. То есть максимальный комплектация, также вентиляция сидений, то есть, вижу, вот она, да. Так, три режима подогрева, да, три режима подогрева, да. Обдува. Угу. Очень хорошо, кстати, то, что три режима подогрева. Потому что зимой иногда летит. Ну, на коже, конечно, холодно садится. Да. А руль такой? Приятный налив имеет, да, вместо правильного хвата. Руль очень удобно лежит на руке, прям в управлении, прям отлично. А сколько динамиков? Что-то заметил. Динамиков здесь идет у нас, так, 6. 6 динамиков на простой комплектации, здесь максималки 8 динамиков. А ладно, мы можем остановиться, если сам припаркует. Ну, сюда парковаться? Да, вот здесь можно парковать. Давайте. Сейчас я сам проеду. Как вам данный автомобиль? Да ничего, прекрасно. Сейчас мы пару вопросов, что будет. Обзорность здесь прям тоже. Так, и вот у нас камера заднего вида. Датчики мертвой зоны, то есть все это. А, во время обгона, если что-то он моргает, да? Вот, да, как раз сейчас. Там мужчина стоит, на него реагирует. Да. Ну, с электроприводом или нет? Нет, к сожалению. Ну так-то, да, они маленькие, чё ж. Это будет ровный пол, на размер просто колесо. Ну, все инструменты, да, как положено. Ну и сиденье, видимо, отсюда складывается. Да, все верно.